Он такой типа все ставит это, хлоп. Лаки босс, финал. Лаки босс. 5 ЛБ, да? Помнишь это? 5 ЛБ? Раз, Дим, привет. Привет всем. Так, транслируем. Что здесь происходит? Здравствуйте, люди. Мы в Москве. Это не тайские каникулы, это Москва-путилка. Здорово, мужики. Всем привет. Салам алейкум. Бухает. Нет, просто сидим. Просто 5 ЛБ с нами. 5 ЛБ с нами. С нами снова шейкер. Шейкер в эфире. Че, вот они чижи. Че такое? И есть же. Нормально. Вы помедленнее пишите. Правда, не успеваю. Уфа с вами. Здорово, Уфа. Спать не про нас. А че спать-то зачем? Приветствуем участников тайских каникул из Киева. Вредно ли спорт? А что так быстро-то? Это цветы. Это прошение. Оксана классная. Вот это прошение. Какое вино на массу? На массу это сухое, на рельеф, а полусладкое на массу. Привет с Армавира. Когор для пампа. Когор для пампа? Да. Ну, вообще да. Вигер знает в этом толк. Куда делся Юрий в последних сериях? У Берестова приеду в первый день, на открытие приеду. Какой майонез налили? Какой майонез? Ксюха знает. Восьмую серию сегодня домонтирую и выйдет через два дня. Вигер, за вас пора бриться. У нас у меня такая вообще прикольная. Можно? Дима, можно я потрогаю его бороду? Подруга, подруга. Да? А сколько сантиметров? У тебя прям полтора сантиметра даже. Методика, горба. А борода все два, да? А я Юра подъел, да, получается? Ну, иногда. Но не так сильно. Да, тогда что, дружески? Смотрите, вас не видят. Хотя бы поближе. Нет, у нас трансляция ушей. Как дела у Насти? Вы сегодня виделись, да? Нет, вчера. Mm. Так, вам привет из Санкт-Петербурга. Эстер Ригер. Что такое Эстер Ригер? ИГИЛ Ригер. Мы все вместе жить. Славика провожаем в Таганрог. Славик завтра в Таганрог уезжает. Тут сегодня прощальная вечеринка кока-кольная. Что-то кокля, русский стиль мы сегодня едем. В общаге, да, в общаге, ё-моё. Не, Рона, гибли. Дронов с Настей переписывается, все хорошо. Да? Да, у них все любовь, любовь-морковь. Смотрите восьмую серию. В восьмой серии станет все понятно. В восьмой серии раскрываются все тайны. Все встанет в восьмой серии на место. Ксюша выздоровела? Нет. Нет, блеет тут, хандрит. Ребята, честно, сильно заболела очень. Респект Славону. Он Влад. Он Влад, чего вы ему пишете? Да. Чего вы пишете ему? Я сам здесь запутался, кто я, Славик, Влад? You like a boss, you know? Григорина с дочкой дома, ей завтра в садик рано. Она к нам на выходные приедет. Да, мы на выходные сюда приедем, может быть. Если позовут. Вот это чудо мы за может быть там на Принц Гоша погубит Серого. Кто? Принц Гоша. Принц Гоша. Гошан. Принц Георгий. Владу хорошей дороги. Григорий не в садик. Нет, дочки в садик. Дочку надо в садик водить. Тайская общага. Григорина в садик. Григорина училка в садике. Оливье бомбили. А где оливье? Вот, оливье, да. Это ты сегодня приготовил? Я сегодня приготовил специально оливье, да. Оливье. Тазик оливье. Да все уже сняли, уже сняли уже. У нас еще есть курочка. Ну давай показывать весь стол теперь. А что? Золотой хрустит. Я на сушке. Ригард круче императора. У него борода больше. Не, у императора здесь. Не, у тебя больше. Мне у кажется, брата усы есть. Слайк, отвечай на вопросы, что сидишь, да, люди предъявляют. Отвечай на вопросы, давай. Он ест. Так, почему император ни о чем-то, я не понял. Ригард красава, борода крута. Да, точно. Владик, не уезжай, брат. Братан. Ригард царь, Сильвестр император. Слайк, сколько в спорте Ригард круче, потому что наш?
Немцы пишут. Я не успел еще. Да, потому что тяжелые атлеты. О, коричневые лайки пошли. Самый хейт пошел, Ребят, ставьте нам коричневые лайки. А в чем, почему, в чем отличие вот этих сердечек-то? Не, индивидуально. Года розовый. Кому как, какой попадает? Да, у тебя какой он? Я сегодня лайкаю с зелеными и коричневыми. Дал бы на лайки, мам. Как самочувствие, если я лайкал зелеными и коричневыми? Говнолайки от Миронова. Кстати, я по Миронову соскучилась, честно, по его вот этому. Ригер, это знак, как знак качества. А ты Власова знаешь, правда? Юрий? Да. Пару раз не видел, да, всю жизнь. Никак. Не знаю. Не знаю. Делайте третьи каникулы. У меня зеленый. Да, блин. Димон, а ты видел, тебе написали, что на третьи каникулы надо счет открыть и все, да, весь, да, всем, да, миром по копейке сбросится нам. На тесты каникулы. Оксана, почему не перископе? Я просто болею, ребят, честно, очень сильно. Я только сегодня более-менее лучше выгляжу. А так я стесняюсь быть страшненькой. Хотя и так страшненько. Завтра выйду обязательно, ребят. Лайки надо вот так, Саша, нажимать. Тык-тык-тык-тык. А, вот, смотри, как получается, блокирует человека. Нажимаешь на него и блокируешь. Ты говоришь, не знаешь, как блокировать. Вот, тебе узнали. Славик все спрашивал, как хейтеров блокировать в перископе. Вот сейчас мы узнали случайно. Да, у меня хейтеры появились. Славик сейчас будет всех хейтить. Кстати, больше в перископ. О, спорт, ты жир. Логично. Мне понравилось, когда я набирался. Жир, ты ж некрасиво. С кем следующий выпуск на равных? Не знаю, еще пока не решил я на равных с кем делать. Что-то. Ешанькина надо снять. Ешанькина надо снять, нет? Ешанькина снять или... Ешанькина или Ешанькину снять на равных? Не, Ешанькина. Какие часы носишь? Ты какие часы носишь? Лакебос вино. Лакебос вино. Какие котлы? О, деда можно, кстати, моего можно бачить. Слушай, а я думала, а на 30-й тайский каникул, может, Александр Сергеевич? Он там взорвет всех. Кто? Папа. Деда. Деда. Давайте возьмем отцы и дети. Детей, родителей возьмем. Дедов. Нет, своих отцов возьмем. Давай отцов возьмем своих. Слушайте, у вас три отца и три легендарных вообще спортсмена. А шоу-то в чем будет? Шоу в чем? А вот так же, пускай так же. Бухать и перископ. Какие мы, блядь, в перископе, да? Не, мой батя Коры мусит. Я бы тренера своего взял бы с удовольствием. И Саркисяна, блин. Саркисяна. Юрика Саркисяна знает кто-нибудь, нет? Это тот, который... Это тот, который это, да. Две таблетки, да? Батьки бухать будут. Не-не-не, трикурицы... Две таблетки трикурицы, это Петросян. Петросян, да. А Саркисян это кто? Это очень круто. А, дядечка, это он был на равных у тебя. Оксане плюс... Чё там? Чего, Ксю? Плюс два размера. Юрика, бери. Сделайте к трем каникулам. Ешанькин бухой. Ну а чё? Ладно. Ешанькин лайкебос, you know? Свалились. Это же очень интересно. Димон вообще не пьёт. Бывает пару раз. Зожи. И на перископ. Всё, Димон алкаш. Димон посмеялся, Димон укурок. Укурок. Алкаш и укурок. С кем я живу, а? На чём Ешанькин был в тайских каникулах? Вопрос. Кто угадает приз? Плюс в карме за... Блин, не успел. Угадайте, на чем Ешанькин был край на крайний. На фене край, был. Крайний. На свай, ЛСД. На фене, не, я чисто. На оливье, блядь. На оливье, да. Молодцы. Ответ узнаете на 8-й серии. Ответ 8-й серии, да. На пропике нет. Кумыс. Не угадали. На яйца. На сушке нет. Сидит, да, на яйцах. Восьмой серии ответ будет. На чай. На ответит. Ну, прикольно. Ответили. Ответили, да? Был правильный ответ. Красавцы, есть же. Да. Даже нет. Ну что, мы его не прочитали. Блин, а как мы не знали? Ты что, перископ? На шпаке был. На шпаке был. Я пока тогда интервью давала в Тайланде. Нет, шпака не брал. А где Настя? Настя дома, наверное. Слушай, Миронов. А? Не надо с Бади проходиться. Почему? С утра? Да, с утра лучше прогуляться. На чак-чаке. Смотри, да все уже сказали, правильный ответ был. На грудном споре. Ингланд.
А, не успели. Ну, Гошан, да, но не с боли. Что там Гошан? Гошан сделал серию. Гошан сделал серию? Какую? Какую? Йоги слили. Никто его не сливал. Как его сливал? Он уехал, у него тур... закончился отпуск, он уехал. Он просто приезжал на неделю только. И приехал на 3 дня раньше, чем мы приехали. Я вообще не успеваю читать. Почему Спасокоцкий жил отдельно? Потому что он... Спасокоцкий приехал с ребенком. Мирон взял их серию. Игорь Суперсавчик. Откуда Ишанькин так хорошо английский знает? Учил. Car is here. Седьмой серии, что ли? А, это когда я машину снимал? Блин, он 3 раза снимал, как я машину снимал. Я очень надеялся, что это не войдет в серию. Он шпион. Хочу на тайские каникулы. Мы тоже. Мы тоже. Хочу обратно. Еще в самолете захотели было. Если бы вы знали, что за поездку на тайские каникулы надо заплатить $2000, $1000 за билет, $1000 за виллу, поехали бы? Кто... И с собой еще взять деньги на питание. А, и с собой еще с надо собой деньги здесь тратить на питание. То есть где-то штука, трояк, да? За 2 недели, трояк баксов за 3 недели. Кто поедел? Кто поехал бы? Трояк. Поехал, да, конечно. У нас 1, 2, 3, 8, 12. Блять, 40 человек набрали. Третий сезон готов. А мы думали, а мы еще год Васю Половникова звали. А мы Васю звали, а тут, бля, вон сколько. Смотри. Чартер, уже чартер. Вася не писал? Смотри, Юрка с Сукоцкой написал, Димона. Чартер наш, чартер наш. Смотри. Все, берем самолет. Вы что там, Миофиди? Слышь, чартер надо уже брать. У нас уже все, чартер забит. Уже забит. Чартер выкупаем. Берите бойца в ММА. Кого? Какого бойца? Бойца надо взять. Бойцуху, может? Бойцуху. Че Юрка написал? Юрец, да мы тренировку почти. А. Евстихин на равных. Пьян. Хабибаб. Емельяненко возьмите. Да он не поедет. А я с ним задружилась, кстати, на Фейсбуке. Кем? Да это не он. Это фейк. Мирзаева. Инди... Иттина... Я бойцов вообще. Тебе дать манго? Конечно. Если есть Ленкова. Да это уровень Ленкова. Не, ну. Будет кокос пальцами. Лайки его съедал. Путина. Кличкова, Сарычева, Путина. Дикая компания собирается. Я чистить буду. Конечно, конечно, с удовольствием. О. Читай слова. Так. Так, или Настя, снимите. Так, привет из Тернополя. Тернополь, привет. А ты в баню-то был? Гусев-то нормально оказался. А, да, вообще нормально. Вообще нормально, хороший парень. Ишанькин. На связи, кто? Длинных эфиров. Так. Что со штангой из Тая? Там осталось. Что за штанга осталась? Смотрите, что он жрет. Смотрите, что едят чемпионы. Манго. А у нас еще личи здесь остались. Манго. Лакибос, you know. Свежий. Все это выражение. Трехдневной давности. Да я это выражение, лакибос, you know, уже хожу второй день, говорю. Запарит. Кто блины повезет? Трухина. Может, ну, Линдовера, можно. Он будет нам лекции читать. Олег, вчера мы будем засыпать хорошо. Линдовер как вообще? Он в формате тайских каникул? Ну, не знаю. Линдовер, в формате тайских каникул, ребят, напишите. Интервью с дочей хорошо мне сказали. Вот это уровень. А? Монсона. Мамуля, это... Марс, Монсона, Трара. Татуировка. Привет. С Америки, за Россию тебе гражданство получил недавно. Не знаю. ММА. Новые составы пишут. Составы? Побольше бикини, Семенихина берите, Ловчева берите, Емельяненко зовите, Голубу, Рой Джонса, Линдовера. Линдовер положительный. Батюк уже был в этом сезоне. Семенихин, Щукин. Не, Голубчин, написали уже. Голубчин, да, хотят. Да. Край-крайний, братья, бля. Да. Этот край-крайний. Попадалку бегать будет. Щукин, Валерон, Жириновский. Меня берите. Вы на самом деле не пишите нам, кого брать. Вы пишите своим... так сказать, кумиром, или я не знаю, как назвать, тем людям, которых вы хотите видеть, чтобы они знали, что вы их там хотите видеть. Потому что я вот, например, Диму
Голубочкина очень звал, а он не поехал по четырем причинам. А может быть, недостаточно мотивирован был, я не знаю. Поэтому вы с ними лучше поговорить на эту тему. А Голуба тоже знал, да? Я Голубочкина рвал, пипец. Да? Я думаю, что если бы он узнал, что едет Санька Шпак, он тоже сказал, что не поедет. Борисова тоже звал. Кстати, Борисов сейчас... Борисов, Прыгунов, они сейчас все будут этом, на Пхукете. Может быть, даже уже там, да. Они уже там. Они уже, может быть, даже там. Юра мне присылает свои видео. Юра? Обнажённый. Покажи ребятам. Ребятам видео покажи. Не, он спросил, видел ли я, как танцует Селиверстов и Гусев. Сейчас. Плей, да, надо? Плей. Да. Вы видели, как танцует Гусев и Селиверстов? Быстрее. Это монтирует, да? Невского проще взять. Ну, а поможешь мне текст? Горбатый! Невский он мажорчик, он не поедет. Зиминович берите. Ну, если я в WhatsApp сделал. Мажорчик, да? Ксюш, витаминов дайте. Дал-дал витаминов. Приятного тебе желаю. Приятного. Расскажите про тягу. Напишите еще раз вопрос. Не успел прочитать. Невского, сука. Вот Невского было бы угарно. Дима, на Олимпиаду поедешь? Смотри, да, с Невским. Смотри. А где Саркисян? Невского на кухню взять, а вы говорите на доске каникулы. Фарму кто-нибудь вез в Тайфарму? Там фарма продается. Нам показали, где есть аптека, где самая лучшая, недорогая фарма. С собой никто не брал. В жопе провезли. Про запас, блядь, сказали. На две недели так. На две недели, так. Через день, правда, блядь. Поэтому тебе просто... 8, блядь. Нет, кто-нибудь просто самолёт, знаешь, ты что так вес набрал? Капсула лопнула, да? Ты впервые правду сказал. Которые разуваются, слушай, у нас люди прям смотрят. Колоноскопию делал. Давно, брат. Не смейся. Не смейся. Фила Хита берите, Семенихина. Ребят, могу предложить журнал с автографом Фила Хита. Давайте какой-нибудь конкурс придумаем. У меня есть журнал с автографом Фила Хита. Интересно? Трусы с автографом Шпака есть? Тебе респект, ты красавчик. Манго кушает. Спасибо. Смотрите, как. Готов. Манго съел. Самый быстро кушает манго. А сделайте... Эксклюзив сделай. Ребят, эксклюзив от Славика, от Влада. От Влада. Давай. От Владислава. Спойлер, что ли, засадить? Не, сделай этот песню. Да, сделай. Не, какую песню? Вот нашу песню. Вот блин, уже стекал прям старый, да? Сейчас будет, короче, песня, которую Славик написал специально для завершения тайских каникул. И она будет, в восьмой серии, еще никто ее не слышал, поэтому это для вас. Эксклюзивчик. Прощай, Таиланд, и прощай, Пхукет. С 10 тысяч над землей горячий шлю привет. Солнце жгло, ласкало море, нежно пел прибой. Не грущу, ведь встречусь вскоре с дочерьми, милою женой. Новый мир вы мне открыли, добрые друзья. Не расстанусь, не расстанусь с вами никогда. Две недели пролетело, словно сладкий сон. Мигом все перемешалось, Найхам, Ката, потом. Банглород нас удивлял яркостью огней. Песни, пляски, люди, маски, мы бежим по ней. В руках
камеры хватаем, вот, блин, не успел. Такой кадр потеряли, ведь так много дел. Сколько прелестей в Таиланд, их не перечесть. Море, солнце, горы, пальмы на Пхукете есть. Не все к каэрам привыкли. Кто жжет, а кто-то спит. А потом, как все уснули, на Харле мчи, на тук-туках накатались аж до тошноты. Но в итоге мы собрались сбежать от этой красоты. Нет, пропустил. Не было. Ну, сейчас про Посейдон вспомнил. Это про фильме было? В фильме было. Да, да. Ну ничего, в фильме более полная версия. Ведь нам всем куда милее наш родимый дом, где нас ждут, по нам скучают, любовь со всех сторон. Где поля недавно снегом замело на днях, там, где сани и ушанки ходят, где лаптя, там, где наши мамки, бабки, дети и семья. Возвращаюсь, возвращаюсь, родина моя. На этот, а что, написали песня года, а? На Евровидение, Ригерта на Евровидение. А мы все тайские каникулы 2 на подтанцовке были. Вот, слайк за эту песню целую неделю. Вообще целый день. Ну, вообще, в автобусе ехали, он раз, раз, раз. Ну, в автобусе написал. Половину песни в автобусе, вторую половину... В туалете, блин. В туалете. Здесь тысяча над землей, какой горячий привет. Да. А где что там делаешь? Пишет. Мне тут написали. Оксана, ты по Васе не скучаешь? Гитару так и мы не осилили. А, Дима, 200 килограмм, я в присядку танцевать под эту песню. 200? Ну, это смысл так. Лайк и босс? Лайк и босс. 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 Словно сладкий сон. Мигом все перемешалось, Найхам, Кота, Патонг. Так. Выступай где-нибудь. В прошлом году я выступал на Большом Кубке зимнем. А, нет, на Зимнем Кубке Гергион. На Сибириан Шоудаун выступал. По тяжелой атлетике выступал. А батя умеет играть? Батя? Да. Ну, вообще-то это батина гармошка. Да? Да, ладно. Да, серьезно. Я говорю, надо батю брать с собой, честно. Отцов, да? Ригер, покажи бицуху. Спортсмена. Это, по-моему, мой фанат, который мне постоянно пишет каждый эфир, покажи бицуху. Штангисты. Дима, на Олимпиаду поедешь как? С Кокляевым надо спеть. А мы, кстати, пели с Кокляевым сколько лет? 7 назад, да? Ну да, ну почему? Я на пианино, он на гармошке. Что-то мы пели. А сколько вообще научиться, сколько на гитаре играть? Сколько на гитаре? За год можно? Пол-литра. Так, отцов на каникулы. Отцов. Представляешь, да? Отцов на каникулы. Саревского батю, моего батю, Ригерта батю. Кстати, хороший опыт. Кстати, вот сейчас, знаешь, состав чуть-чуть расширил. И вот тут такая же интрига будет. Шанькин забанил на своем канале, когда... Я случайно. Случайно. Да, кстати, меня очень хотят спросить. Покажи соски. Прости, а можно разбанить как? Разбанить можно, наверное. Как-то словчик. Просто показать соски у Ригерта. Блин, мне смеяться. Как зрители, я поеду на Олимпийские игры смотреть. Где Бадюк?
Все комментарии такие в Инстаграме. Все хуй. Димон, если ответишь на этот коммент, мужик, я мечтаю о твоем теле, ты просто сексуальный. Лицо российского супергероя. Разбавь, если шанки. Ты мне ответишь, я буду еще сильнее качаться. Я обоссусь от счастья. Что с рукой у Бадюка? Слышь? А что они имеют в виду, что с рукой у Бадюка? А что у Бадюка с рукой? Не знаю, что с рукой у него. А? Так это не у него не... с рукой. Это... А, нет, не у него, это кто там приехал? Эпифанцев. Эпифанцев. У Эпифанцев. Эпифанцев на, мотоци... на мотоцикле упал там. Упал, но с рукой все нормально. Если честно, приехал, у него никакого перелома нету. Да нет никакого перелома. Болячка у меня. Блин, он там не заживает. Где, в Таиланде? Ну, конечно, жара. Бадюку 45, а сколько, кстати, Бадюку реально? 45? 45. На 5 лет моложе меня. Реально. Ой-ой. Ой-ой. Штангисты ПКТ делают? Слайд. ПКТ? А что это? Это пока как-то... Пока как-то так. Пока как-то так вот. Это же Мишки Акляева тема. Он гордится своим 45, ну а что не то? Был бы у меня 45, я бы тоже им гордился. А кто знает, сколько Шанькину лет? Оксане 50. Да ладно! 45 Баба Ягодка опять. Сколько Шанькину лет? А чем они пьют? 39, 77, 39, 45, 38, 39, а сколько? 38. 38. А сколько Ригерту лет, кто знает? И Шанькину 42, блин, Димон. Ты Шанькину 16. Ригерту сколько лет? И Шанькину 69. 17, 33, 35, 4, сука. 61. 31, Славику. Этот проходил тест, а Владик оказалось, что Владик. Владик. 87 лет, по-моему. Google знает. Да. Сколько не живут? Google знает. Смотри, и Шанькин выглядит старше Бадюка. Оксане сколько? 15 февраля 40 лет. Без бороды 17. Ты... Добрые друзья, привет! Солнце, голос, голову! Инстаграм? Я напел привой. Кто по зодиаку? Говори, как голубочка. Овен. Вот. Давай. Вот, давай. Мы Димона возьмем, и он вместо многих персонажей смотрит. Ну, край крайний. Край крайний. Не, я не духи сегодня. Я еще не набухался. Голубочкина взять. На каникулы в Таиланд. Голубочкина возьмите, блядь. Он там нас всех, блядь, заебет, блядь. Голубочкин всех заебет, блядь. Это он не в духе, блядь. Не, Голубочкин, но он прикольный. Прикол, что 40, что ли? Кому? Сколько сантиметров члена Миронова? Это у Насти какой перископ? О, прикольный сегодня. Как у вас получаются по ночам такие встречи? А когда еще? Днем некогда. А что там? Что-то никто не читает комментарии. Ирод, я читаю реклама, помнишь? Ригер, давай еще! Терминатор, ты дал уже. Нет, запроведешь, да. Как попасть на семинар? Когда у тебя будет семинар в Москве следующий? Планируете? Следующий семинар будет в Питере. О, я буду тихо тихо играть. Если Голубочкина и Невского сделать в одной вилле, это будет вообще, это бомба будет, наверное. Ригерт, кроссфитом занимаешься? Хишаньки, продай методику. Я в 6 этаже живу, у меня каждый день с работы прихожу и кроссфит. Женька, мажорик. 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 Мажорик, ёпты. Да, плюнули. Почему, когда люди веселятся, говорят, что они курят. Или бухают. Да, когда они немножко уставшие, говорят, что они бухают. Почему? Да. А когда уставшие и веселые, это все. Тут вообще накуренные. Не дали сфоткаться. Сколько в Канаду с семинаром собираешься? Не дали эти шайки нам сфоткаться. Пока не было в планах Канады. Какие вы душевные, классные. Канады пока не в планах. Устали, да, устали, да.
Канаде был? Ты была в Канаде? Нет. Славик поедет скоро со своим батей в Австралию на семинар, да? Да, прикольно, там серфинг есть, там волны, там акулы, правда, но волны. Мы как обычно, когда Димон делает на Тенерифе... Привет от скоромных друзья. Скоромные, вы что, в Пескопе нас? Скоромные, привет! Бля, а чего они здесь? Вы вообще должны быть, ну, написали привет. Прикольно. От скоромных. Или ну, кто-то что-то передает привет. Арина Скоромная, здесь привет, Арина Скоромная. Ну, Аришка, привет, ребят. Прикольно.